Ген, ты куда? Спортзал. Какой спортзал? Ты че? Иди проспись лучше. Я за здоровый образ жизни. Я пошел заниматься спортом. Молодой человек. Молодой человек. Ну что? А давайте с вами познакомимся. А я с такими не знакомлюсь. Такими? Ну, с такими, с такими. Ты что, блин, охренел, что ли? Вообще-то твоя жена. Ну, ты же сама захотела поиграть в ролевые игры. Вот я и играю. Ты что, блин? Игру не, а? Сейчас получишь у меня. Да ладно, давай, поехали в ресторан. Приглашай меня. Очень смешно. Ну давай, Геночка, расскажи людям-то, как тебе мошенники в интернете обманули? Пусть они тоже знают. Ну что рассказывать-то? Решил сделать любимый подарок. Подарить ей кольцо с бриллиантом. Заказал в интернете. Вот с телефона заказал. А они там что-то перепутали и вместо кольца прислали диски для машины. Вот они какие, да, нехорошие? А самое интересное, они на нашу машину, да, подошли? Да, представляете, я сам вообще в шоке. Но они прям на нашу машину прям четко подошли. Вот прям вот не зря денежки потратили, да? Вот. Да, ну... Блин! Чего? Да у меня денег нет. За бар заплатить. А тебе еще за меня платить? Ёлки-палки! Еще и за тебя платить? Дорогая, дай мне свою карточку. Зачем? Да мне нужно 10 тысяч заплатить. Куда? Ну я покупаю стойки новые для машины. Опять что ли? Ну? Гена, блин, мы уже столько денег потратили на эту машину. Ты, вот сколько ей владеешь, ты постоянно там что-то все меняешь. Мне кажется, там и старого только ты один уже остался. Дорогая, слушай, не знаю, как одеваться. Глянь, какая там погода. А, сейчас посмотрю. Ага. Так, ну пишут, что сегодня плюс 3, а почти минус 1. Ну да как так-то? А видимо, как с твоей зарплаты. Получаешь 30 тысяч, а почти минус 10. Точно, слушай, пойду потеплее. Давай.